Атсыз ел заяға Узмасын ғымыр Истәнімізсіз Яши бедіміз Аллаға шүкір Истәнімізсіз Яши бедіміз Аллаға шүкір Байғы білен Шатлық білен Уза бұғымыр Біз бейді бірге Шунысы шаныз Аллаға шүкір Сука, больше 6 вы пройду. Волшебное татарское изобретение. Чурка экономит нам 2 тонны веса. У нас стоят манометры. Где-то 5,8 это потолок проходной. Но вес у меня мало, но весь вес на передке. Раскидывать его смысла нет, потому что может все попадать, завалиться. Поэтому мы ставим такую чурку. Еще считай полные баки. Показывал там 6 с чем-то. Это уже можем пробить на этих весах. Вот они, весы. Ехать тяжело. Едем как на КамАЗе. Хотя мы на КамАЗе ни разу не ездили, но трясет так же. Это очень вредно для передней оси рулевой, потому что нагрузка на нее, считаю, идет 2 лишние тонны. Но мы едем чуть-чуть. Всего лишь метров 200, наверное. Так что будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Итак, весы. Актанышские, злоебучие. Это последние весы в Татарстане. Сейчас чуть-чуть прогремим. Это один из способов, как проходить весы. Можно, конечно, спустить подушки в ноль, чтобы нагрузка вся также перешла на перед. Волшебной палочки махать. Нет?
Мы прошли идеально. Ладно, не будем ехать далеко и уродовать автомобиль. Станем здесь и скинем чурбак. Наглую нахуй. Эй, мент, смотри. Вуаля. Транспортное положение. Валим отсюда. Валим, пока при памяти.